Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Бажениты, Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Продолжаю видеоиллюстрации книги Санькова «Саргатское притяжение». Какой раз останавливаюсь на Саргатском бугре и пытаюсь заснять, а что же видно с Саргатского бугра на правом берегу Иртыша. И ну, атмосфера не позволяет, не просматривается и все. Зимой постоянно в воздухе содержатся вот эти капельки воды, которые не дают просматривать более 10-12 километров. Сейчас весна, воздух тоже влажный, плохо видно. Короче, поехал по своим делам в Нижний Иртыш. Ну, это не сам Нижний Иртыш, а от Нижнего Иртыша на расстоянии где-то 4 километров находится улица из ПТУ, там убойный цех. Ну, мы ездили тут по своим делам, решали вопросы. Сразу же на обратной дороге остановился для того, чтобы снять вот такой репортаж. Сейчас мы находимся в самой нижней точке, вот этой вот в пойме, в заливной. И если посмотреть на правый берег Иртыша, то видно, что этот берег Иртыша очень высокий. Он ну, метров 10-12, на 10-12 метров выше, чем этот берег. И на в одном месте стоит объект тоже очень большой высоты. И вот этот объект должен быть виден с нашего Саргатского бугра. Приблизь его, покажи. Кто будет проезжать возле села Баженово? Остановитесь в этой точке. Посмотрите, вам будет очень интересно. И вы будете удивлены, что с такого большого расстояния будет виден вот этот вот объект. Я и дальше буду продолжать и освещать вот эту книгу «Саргатское притяжение». Что в моих силах, конечно. Кому это было интересно, и вообще интересная история родного края, подпишитесь на мой канал. Был интересен этот репортаж, поставьте лайк. Ну, если кому не интересно, поставьте дизлайк. Все, до скорых встреч, друзья. Пока.